Уважаемые инвесторы, 27 февраля 2024 года на экране криптопара PPQSDT, дневной фрейм. Прекрасно, цена, значит, рвется вверх, что здесь заметно. Вот. Я работаю с графиком и по графику обучаю. Вот. И обучаю вот таким моментом, как, например, здесь. Вот, допустим, возможно, новичок это не увидит, не заметит, или даже не придаст этому значения, или как я поначалу делал, я даже над этим смеялся, естественно, не только не придавал значения таким паттернам, но и игнорировал такие паттерны. Вот. Это паттерн называется «Перевернутая голова и плечи». Вот так выглядит паттерн. Вот здесь у нас получается даже такое двойное дно. Вот это просто наикрасивейший паттерн, который говорит о том, что актив будет стремительно расти до какого-то определенного уровня, естественно. Вот так выглядит, да? То есть, по идее, паттерн вот так выглядит в книжках, где-то в тетрадках. Вот. Но если его отчертить вот прям именно четко по графику, то он выглядит вот так. То есть, ну, прям идеальный такой, скажем, паттерн, да? Так вот, этот паттерн говорит о росте, вот, но только нужно не забывать, что рост будет, да, пока, допустим, мы не можем сказать, от какого момента. Так, ну, сейчас я предположу. Так, значит, предположим, цена дойдет до отметки 0,00, не знаю, что это за цифры, 238. Она уже, в принципе, дошла. Но здесь она должна будет сформировать, ну, цену, то есть цена должна будет сформировать какой-то паттерн. Вот. И вообще, по добру, по здоровому, сейчас покажу, как это должно выглядеть. Так, на 4-часовом немножко плохо видно. Так, я вот так сделаю на дневной фрейм. Так, по добру, по здоровому, вот здесь должен сформироваться, ну, некая модель. Ну, давайте возьмем приблизительно вот такую модель, да. Приблизительно. Она может выглядеть по-разному, но я всегда черчу, допустим, бриллиант. Вот. Цена должна будет вернуться к отметке 160 приблизительно. Вот, затестить, естественно, и уже отсюда цена пойдет дальше вверх. Куда вверх? У нее дальше цель, отметка 376. Вот, все очень просто, вот, без всяких каких-то дополнений. Вот, но не забывайте, цена имеет полное право от этого уровня уже пойти к этой отметке. Имеет полное право, то есть, да, она здесь где-то, возможно, что-то сформирует, там, я не знаю, вот. Приблизительно такое, допустим, пришла она. Вот, и здесь, допустим, цена обязана будет развернуться, да. И она все равно повернет и здесь заберет свои деньги. Если она этого не сделает, если цена не заберет здесь деньги, то нужно исходить из того, что любой рост, который будет совершаться, неважно в какую сторону, как высоко он будет длиться, он в любом случае придет сюда и заберет здесь свои деньги. Вот, поэтому имейте вот такие моменты в виду. Это один из многих моментов, допустим, которым я обучаю. Это вообще просто одна мизерная часть, но такие моменты тоже важны. И новички на этом, я уверен на 99%, что новички на этом теряли деньги, теряют и будут терять деньги.
Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы, валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.